Добрый день, дорогие подписчики и гости канала «Готовим дома». Сегодня готовим фаршированные кабачки. Это очень вкусное и простое в приготовлении блюдо. Оставайтесь с нами и давайте готовить вместе. Для приготовления мы возьмем около килограмма фарша. Для фарширования кабачков будем использовать только половину, остальное у нас пойдет на котлеты. Также для этого блюда возьмем одну луковицу, 4-5 зубчиков чеснока, 2 молоденьких кабачка, 4 яйца, одно из них пойдет в фарш, а 3 для кляра. И небольшой кусочек сыра, грамм 100. Мякиш батона мы предварительно замочили в молоке. И мука нам понадобится для панировки. Ну и конечно же в фарш мы будем добавлять черный молотый перец и соль по вкусу. Лук мы мелко порубим, либо можно также лук пропустить через мясорубку вместе с фаршем. Фарш добавляем в лук, мелко порубленный, и выдавим чеснок. Фарш вы можете брать любой. Мы сегодня же взяли фарш куриный. Разобьем фарш одно яйцо, посолим и поперчим по вкусу. С мякишем мы слили молоко и слегка его отжали. Теперь выкладываем его также в фарш. Все хорошенько перемешиваем. Отделяем половину фарша на котлеты, в остальную половину добавим немного муки. Муку добавляем, чтобы в процессе жарки у нас фарш не разваливался. Ну, буквально столовую ложку. Так как у нас кабачки маленькие, поэтому мы отрезаем узкую часть у кабачка. Она у нас пойдет в котлеты. И отрезаем пупку. Далее счищаем шкурку с кабачка. Если у вас кабачок молодой, то вы можете этого не делать. Кабачки мы нарезаем кружками толщиной 2 сантиметра. Вынимаем сердцевину. Далее фаршируем кабачки. Сначала выкладываем небольшое количество фарша. Хорошенько его уплотняем. В центр выкладываем кусочек сыра. И все это накрываем второй половиной фарша. Также все хорошенько нужно уплотнить. Кабачки мы нафаршировали. Теперь подготовим кляр. Яйца мы разбили в миску. Слегка их поперчим и посолим, так как кабачки у нас не соленые. Все тщательно перемешиваем. Кабачки нафаршировали, яичный кляр у нас готов. Теперь опускаем кабачок в яйца, хорошенько окунаем, затем в муку, хорошо обваливаем в муке со всех сторон, затем снова в яйца и снова в муку. Такую процедуру можно проделать 2 или 3 раза. В сковороде разогреваем достаточно большое количество растительного масла и выкладываем туда кабачки. Обжариваем кабачки с двух сторон, пока они не подрумянятся. Кабачки хорошо подрумянились, начинка закрепилась внутри. Теперь мы выкладываем их в форму и отправляем томиться в духовку минут на 15-20 до готовности при 180 градусах. Я накрываю форму фольгой, чтобы кабачки у нас не подсохли. Фаршированные кабачки готовы. Попробуйте приготовить это простое и вкусное блюдо. Подавать их можно с вашим любимым соусом. Мы желаем вам приятного аппетита, готовьте с душой, с удовольствием, и у вас обязательно все получится. Спасибо, что вы смотрите наш канал, подписывайтесь на канал, и до скорых видео встреч!